дорогие друзья! Меня зовут Ирина, и я рада приветствовать вас на канале «Вяжем красиво». Сегодня я вам хочу рассказать, как связать вот такой красивый кардиган для девочки-подростка. Я вязала для одной хорошей знакомой, для дочери, ей 11 лет, девочка достаточно крупная, высокая, 1,60 м ростом, и вот что у меня получилось. Размеры готового изделия после влажно-тепловой обработки вышли следующие. Длина кардигана от плеча до низа резинки составила 47 сантиметров. Ширина 38 сантиметров. Длина рукава 50 сантиметров. При этом резинка по низу изделия и на рукавах составила 6 сантиметров. Из чего я вязала? Alize Baby Best пряжа в 100 граммах 240 метров. Состав 90% акрила, 10% бамбука. Цвет производитель называет верблюжий. Кому понравился оттенок, это 368 номер. Что касается веса изделия, всего кардиган весит 388 грамм. То есть, если вы будете вязать точно такой же размер, вам понадобится неполных 4 мотка. Начинала я вязать на спицах номер 3, чтобы резинка получилась плотная, не растягивающаяся. Причем я набирала на контрастную нить низ изделия. А потом закрывала петли с помощью иглы. То же самое делала на рукавах. А основное полотно я вязала спицами большего размера на леске размером 3,5. Теперь непосредственно по расчету. На размер 38-40, это детский размер, на подростка, как я уже сказала, на девочку 11 лет, но рослую девочку, я набрала спицами номер 3 169 петель. Вязала кардиган я снизу вверх. По 13 петель я оставила на полочку с обеих сторон. И остальные 143 петли у меня ушли на основное полотно. Вот так. Значит, что касается полочки. В лицевых рядах я лицевые петли просто снимала, изнанку провязывала изнанкой. В изнаночных петлях вязала по рисунку. Значит, я набрала 169 петель. Основное полотно провязывала резинкой 1 на 1. Одна лицевая, одна изнаночная. Высоту я провязала 6 сантиметров резинкой. Затем я перешла на спицы более крупного размера и стала вязать основное полотно полупатентной резинкой. То есть в лицевых рядах я изнанку снимала с накидом, лицо провязывала обычно. В изнаночных рядах провязывала по рисунку. Дальше. Что касается самого узора, я вам рассказала. Далее, значит, я набрала, вяжу полотно, провязала 20 сантиметров основного полотна. Да, не забывала делать прорези для пуговиц. Их всего 3. И я делала с периодичностью в 20 рядов. То есть сделала дырочку для пуговки, 20 рядов вяжу, потом опять отверстие для пуговицы, 20 рядов, отверстие для пуговицы. Ну, а с другой стороны, просто пуговицы, соответственно, пришила. Что касается полочки. Вот я вязала. Смотрите, если это в сантиметрах вас интересует, до первой убавки у меня получилось 26 сантиметров. То есть 6 сантиметров резинка, 20 сантиметров основное полотно. А дальше я стала делать убавки.
провязывая 3 вместе лицевой, то есть лицевую, изнаночную лицевую. Таких убавок у меня получилось всего 9 с обеих сторон симметрично. Первые 3 убавки я делала в каждом 6-м ряду. Следующие 6 убавок я уже делала в каждом 10-м ряду. Убавки, чтобы полотно красиво сформировалось. Значит, когда я закончила выполнять убавки, а у меня всего было в полочке провязано 82 ряда, я на спице не стала закрывать петли, а все петли, которые у меня остались, перекинула на дополнительную нить. Оставила с обеих сторон. Аналогично связала вторую полочку, только уже без отверстия для пуговиц. Далее я перешла к спинке. А, да, еще самое главное не сказала. Когда вязала полочку, я оставила 37 петель. Плюс 13 по бокам у нас идет планка. Того 50 петель. Я работала сначала на 50, потом они у меня стали уменьшаться. Так, что касается спинки. Рассказываю про спинку. Спинка связана аналогично полочке. То есть на спинку ушло 82 ряда. Вязала я также ее поворотными рядами. Единственное, что вам скажу. На спинку ушли не все оставшиеся петли, а я оставила по 2 петли с обеих сторон на подрезы для рукавов. И у меня на спинку таким образом ушло 65 петель. Вязала я ее, вязала и дошла вот до этого момента. Дальше стала делать убавки с обеих сторон. Первую убавку я сделала в 71-м ряду, провязала 3 петли вместе лицевой. Затем стала делать в каждом 4-м, то есть убавку сделали, потом делаю убавки в лицевых рядах. Затем провязываю изнаночный ряд, лицевой, изнаночный, то есть 3 ряда без изменений. А в 4-м ряду очередная убавка, это уже 75-й ряд. Опять 3 ряда провязываю без изменений. И в 79-м делаю еще одну убавку. И так довязываю до конца 82 ряда. Затем я с помощью крючка сшила спинку и полочки. Да, когда я вязала полочку, планочка провязывалась. Но как только я довязала спинку, планочку пришлось довязать дальше самостоятельно, прихватывая с обеих сторон по одной изнаночной петле. Довязала с обеих сторон планку до середины и затем ее сшила также аккуратно с помощью крючка. Здесь вот остался шов. Но он не мешает, пряжа очень мягкая, поэтому он не заметен практически. Так. Это что касалось спинки, надеюсь, понятно. Теперь, что касается рукава. На рукав я всего по краю, по кругу набрала 72 петли. Помните, я вам говорила, что вот здесь мы с вами оставляли 2 петельки. Вот их подхватила, еще из протяжки взяла по одной. И всего по краю набрала 72 петли. Для чего я вам вот так его развернула, чтобы вам было видно, как я формировала еще рисунок на рукаве. Сначала хотела связать по прямой, просто полупатентной резинкой. Но здесь уже стала немножко фантазировать и решила добавить вот такую планочку на рукав. Да, обращаю ваше внимание. Полупатентная резинка по кругу вязала в лицевых рядах. Изнаночные петли с накидом просто снимала. Лицевую провязывала, как смотрят петли. Ну, обычно лицевой. А второй ряд по кругу я провязывала изнаночные с накидом просто изнанкой. А лицевую – лицевой. То есть уже здесь идут не поворотные ряды, а рукав идет цельный, без сшивания. Так. На рукав, я уже сказала, набрала 72 петли.
и вязала от набранного края до начала рисунка 29 сантиметров. Далее я стала делать убавки по 8 штук в каждом ряду. Но здесь я оставила 9 петель. И обращаю ваше внимание, у меня рисунок заканчивается изнаночными петельками. Так, убавки также из 3 петель провязываете 1. Убавок у меня всего 8. Делала я их в каждом 6 ряду. То есть сделала убавку, потом 5 рядов вяжу по рисунку, ничего не меняя. И в 6 ряду уже делаю еще одну. Убавок 8 до тех пор, пока на спицах у меня не останется 40 петель. Дальше я перешла опять на чулочные спицы номер 3. И провязала 6 сантиметров резинкой 1 на 1. Далее взяла иглу и закрыла с помощью иглы рукав. Далее сняла дополнительную нить, которая была набрана по низу нашего кардигана, и также закрыла петли. После этого пришила пуговицу и провела влажно-тепловую обработку. Так как это акрил, стирала я его, естественно, этот кардиган вручную, не отжимала, просто дала стечь, отжала слегка, сушила его в разложенном виде. И то, несмотря на то, что на такую бережную стирку, он немножко все равно растянулся. Просила заказчица длину сделать 45 сантиметров, а я вам вначале сказала, что длина составила 47. Но я думаю, что это не критично, это девочка, она растет, поэтому я думаю, что они будут довольны в любом случае. Так что вот такой красивый кардиган получился. Думаю, что заказчице понравится, и вам, наверное, он тоже приглянулся. Так что, если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал «Вяжем красиво». Надеюсь, впереди у нас много нового и интересного. До новых встреч. Пока-пока.